Во вторник в зале заседания администрации района состоялось совещание, на котором были рассмотрены ряд важнейших вопросов, касающихся жизнедеятельности района. В работе совещания принимали участие глава администрации района Заур Хамирзов, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации района. Всего на планерке было рассмотрено 5 вопросов. Первым выступил первый заместитель главы района Руслан Емыков, который отчитался по 2 вопросам повестки дня. Он затронул вопросы, касающиеся состояния уличного освещения в сельских поселениях и санитарного состояния на территории поселений. Что касается уличного освещения, независимо от того, что в принципе я более или менее удовлетворен состоянием уличного освещения, не считая некоторых проблем в Кашхабле, работа проведена к концу года достаточно хорошая. Вопрос встал в том, что большая часть уличных фонарей, в том числе и на центральных улицах сельского поселения, у нас фактически до конца не оформлены. Первоочередная задача, стоящая перед главами сельских поселений в ближайшее время, это оформление всей необходимой документации по уличному освещению. Для этого необходимо провести ревизию на территории поселения, добавил Руслан Емыков. Что касается санитарного состояния в населенных пунктах, глава района подчеркнул, что административные комиссии должны активизировать свою работу по выявлению нарушений и составлению административных протоколов. В ближайшее время возобновятся работы по очистке лесополосных насаждений, в которые должны активно включиться все работники бюджетной сферы и крестьянско-фермерские хозяйства, добавил Заур Хамирзов. О ходе исполнения мероприятий по реализации указа президента Российской Федерации номер 601 от 7 мая 2019 года и федеральный закон номер 210 от 27.07.2010 года доложила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. Органами и структурными подразделениями администрации Кашхабльского района осуществляется работа по выполнению мероприятий по реализации указа президента Российской Федерации номер 601 об основных направлениях совершенствования системы государственного управления. Одним из пунктов этого указа прописан доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должен составлять не менее 70%. Ну, формального подхода не должно быть к указу президента Российской Федерации, поэтому мы должны его исполнить. Помимо этого работает 210-й федеральный закон, который принят от 27 июля 2010 года об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Общая концепция этого закона такова, что при обращении в органы местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги заявитель должен быть избавлен от необходимости обращения в какие-либо иные органы за дополнительными документами, то есть соблюдение принципа одного окна. Далее о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья рассказал начальник отдела по делам ГАО ИЧС Николай Зверев. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, нам еще до прохождение весеннего половодья, ну, желательно бы выполнить следующий вид работ. Я коротенько хочу его обозначить. Значит, главам сельских поселений разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. Значит, до Нового года мы с вами составили список тяжелой инженерной техники, имеющейся на территории сельских поселений. Я вас прошу сейчас дать поручение своим специалистам уточнить еще раз этот список. Может быть, что-то выбыло, что-то добавляется. И по возможности, если есть такая возможность, заключить договора с владельцами этой техники на случай ее использования при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. По последнему вопросу о предоставлении земельных участков семьям, имеющих 3 и более детей, выступил Каплан Мамухов, начальник отдела имущественных отношений администрации района. В завершении Заур Хамирзов, обращаясь к присутствующим, еще раз отметил, что все рассмотренные вопросы носят весьма серьезный характер и требуют оперативного реагирования.